Обыкновенный или европейский сом – пресноводная бесчешуйчатая рыба. Официально достигает 5-метровой длины и веса до 400 кг. Трудно вообразить себе сома такого размера, тем более, что зафиксированного на фото или видео в медиапространстве пока нет. Возможно, фиксация максимума происходила в старину, а в настоящее время сводки с рыболовного фронта уже не блещут подобными сенсациями. Размер более 2 метров при весе до 100 кг – это уже большая редкость. Однако все же есть рекордсмены, которых удалось запечатлеть. Север Италии. Начало 2011 года. Роберто Годди за 50 минут смог преодолеть сопротивление сома весом 113 кг и длиной 2,5 метра. Вытянуть из воды гиганта ему помогали 6 человек. Сом, пойманный рыбаком спустя несколько месяцев, получил звание самого большого в Европе. Но в апреле того же 2011 года в России на реке Волга джиговой снастью был пойман гигант весом 114 кг. На видео четко видно, как пятеро взрослых мужчин с трудом поднимают речного исполина. В свое время это видео взорвало интернет с уже знаменитым криком одного из участников. Годзилла существует! Но все-таки новый рекорд не заставил себя долго ждать. В феврале 2015 года планку поднял испанец Юрий Гришенди. Его исполин затянул на 117 кг, хотя и был немного короче прежнего сома-рекордсмена. Кстати, Юрий – один из самых настойчивых спортсменов. В его активе уже много достойных рыб за 100 кг. Ловит он в самых разных местах и почти всегда отпускает своих сомов. Так что новые рекорды не за горами.